Глянем, что у нас там в Бьеве. Да, кто-то тут, походу, досочки повыламывал, короче. Ребенка потеряли, малыша потеряли, подождите. А вот теперь можно идти. О, как тут холодно. Ага. Как тут холодно. Тут там заложено, печально. Старая, старая, краски, чтобы уже... Это моя самая любимая. У меня, наверное, как будто бы. Зато стало вам. О, литература. How good is it? Good. Год. 2000, нет, это октябрь 2000-го, да? Да, чек. Инвойс. Инвойс. Ой, ты лепинг. Сори, холодно вообще. Зарплата написана? Мне 2000 год. Кстати, я часто нахожу в Фейсбуке этих людей. У меня прикол такой, что когда имена нахожу на документах, я некоторых могу в Фейсбуке найти. Нормально. Посмотреть на них. Потолок просто пищи деревянный. Следи, да. Кстати, не очень характерно для такого здания. Такой потолок. А, тут вообще смотри как. Ну да. Ух ты. О, тут, ну, тут уже тоже. Или что-то искали? Ну прикольно такое. Что это, гипсовый? А, нифига, да, тут плиточки, короче. Ага. Кто-то подсуетился, короче, сделал так прикольно. Хапу, капса, борщ. Лихо, да, самое главное, что с мясом. А, да. Уже ничего нету. Взял ногу под ногами какой-то. Что это? Я такое первое не вижу, что это такое. Луис какой-то. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это. Это бухло, короче. Редиктовое бухло. О, вон банка интересная. Есть. О. Да. Брагу гнали. Чайный гриб. Да. Кстати, помню времена, когда мы гнали к брагу сами, да. Какая-то документация чего-то, какой-то установки. Машинбау. Мне двери нравятся такие, которые полностью такие, то есть деревянные, краска такая облупившаяся. О, они такие атмосферные, реально. А, прикинь, он с чем-то был, из-под чего-то. Это компот в таком бутыле, сок. Сик? Сок, махль. 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 Ух ты, а это что, лифт скоростной? Да. Телепорт. На первый этаж. Так, ныряй. Я по лестницам. В этот лифт я... Вот я говорю, что вот в этот лифт я спускаться не буду, я по лестницам. О, вот это такое отличное местечко. Тут где-нибудь дырки стрёмные, что-то вот за что-то входил такие. Ну тут что-то, да, такое интересное было. Вентиляция или как что-то. Снимайте, но планы не только как бы. Да не ссы. Я надеюсь, я не повторил подвиг фотографа, который ушел в лифтовую шахту. Иначе сам понимаешь, плюс тебе здесь оставить.
Я всегда смотрю. Я вдвойне осторожен, я все вижу через призму. Гуд, Вальдемар, гуд. Объектива. Это куда? Ты куда? Закрыт? Да. Лень обходить. Лень двигатель, прогресс, не в этом случае. Пропол. Ничего не было обходить, что за календарь. А, и нормально, мы тут в дырку. А я говорю, что мне лень просто было обходить. 99-й год. Я в 99-м году только в первый класс пошел. Так вот, сохран уже никакой, но вот эта краска будет пишет. Краска, да. Ой, прям по классике. На мини-фотик. Можем говорить, где мы? Да. Надо. Надо? Если что, мы находимся на бывшем лимонадном заводе. То есть когда-то здесь производились различные напитки. По поводу алкоголя не могу сказать, но лимонад здесь производили. О, еще бы слышишь. Да там на чердаке вряд ли что-то. Ну иногда наоборот, на чердаке все самое интересное. Меня больше интересует, где тут был погрузчик. О, тут мы тоже видим. Еще один телепорт. Это лифт? Это лифт? Ну, вызывай меня. Вызовите меня, пожалуйста. Ну, так получилось не рабочий. Ой-ой-ой, вон еще один телепорт. Это наверх? Да. Давай. Что здесь? О, махал. Я такого не видел. Соки. Сок клюквенный. Чтобы вы знали, что я вас не обманываю, что здесь сделали. А, прикиньте, еще талончики какие-то. Что это, если кто, я не знаю. Это натуральный сок. Талончики были на продукт или на что, я не знаю, если кто-то помнит, может быть, напишет. Да, пишите, потому что я вообще не застал время талончиков. Я застал, поэтому... я даже резал, такие большие были, там А4 или А3, короче, формата листы. Я прям вырезал, они еще цветные были всякие разные. Ну, листы в смысле. Ну вот, кто-то застал. Не телепортнитесь. Выглядит пища. Неплохо, неплохо. Сохрана никакого нету, блин. Ну, тут где-то должен быть погрузчик. Судя по фоткам. Но это только первое здание. Ну понятно, дело, что только начали, но. Там есть какой-то спуск другой, вот здесь, короче. Вниз. Я надеюсь, ты не про этот? Нет. Вот тут вот. А, он справа. О! Стань. Блин, ничего рахнуться. Мы спускаемся в преисподнюю. В самый низ. Опа. Ну что-то туда такое. Все мрачное. Пиноккио. А? Пиноккио. Что? Пиноккио. А, ну сахара. Лиман, да, вот, вот действительно, походу, вот этот, наверное, здесь и выпускался. Возможно. Фотографию лимонада, которого я не достал, ну, можно. Я его такой, я тоже не достал. Посмотрите, пожалуйста, чтобы я фонарик доставал пару секунд. Сейчас портретный режим только выберу. Ага, все. Сейчас ничего нет.
Вот это прямо, блин, я тащу все. Да, слушай, тут все. Чего? Пиноккио. Достал лимонад Пиноккио? Нет. А, да ладно, нифига. Пиноккио. Блин, нифига тут подземелье. Подожди. Я же сказал, что мы спускаемся. О, а вот и дырка сверху. А, вот и этот красный лифт? Да. О, стой, мне что? Надо смотреть. Так, ну это понятно. Это не то. Это современное. Это тоже Бонако. Современная. Ну как современная? Ну, в плане того, что как бы не то, что совсем современная, но это то, что я как бы видел и достал. О! О! Что это? За чудо! Адская машина! А вот это адская машина. Это какая-то. Может, это какая-то соковыжималка, нет? Ну, возможно. Блин. Он развалится. Как хорошо, что не то это. Да. Место попал. А то пришлось бы кого-то вот там вот. Я... Честно, я не специально, он сам отвалился. Да, конечно, все. Все, забирай на медиа. Фонарик не бросай. Это, конечно, я его хотел разогнать, катнуть, чтобы он поехал. Да, давай сейчас еще это туда отвалится, и ты уйдешь там, кстати, глубоко. Интересно, почему так провалилось странно, короче. Ну, подмыло, видимо. А, наверное, да. Что-то тут вот кан ходил кругами, короче, вертел. Да. Кого-то крутили, вертели. Да-да. Кстати, удивительно, вся проводка повыдрана, а мотор оставлен. Здание. Здание такое атмосферное, несмотря на то, что тут мало чего осталось, оно вот такое вот старое, стариной такое отдает, то есть, как бы, блин. Вроде ничего особого, но в то же время атмосфера такая прикольная. О. О. Прибор? Да. А он кто-то идет? Ой, блядь. Если сможешь мне туда идти, посмотри. А. Нет? Подожди. Смотри, сколько бутылок. Так. Что? Признак того, что здесь может быть производили алкоголь. Не-не-не-не. Но мы не рекомендуем. О, может подождем других? Да придут. Удивительно, что еще никто на металл сдал. Сталин уже давно. Ну да. Нержавеющая такая. Но ее вытащить отсюда сложно. Ну, в Сталине бы, слышишь, уже давно бы кто-нибудь подсветился. А где народ-то? Там надо их подсветить, им может путь. Народ! А, вы нет. Где? Где-то далеко. Да. Ладно, пойдем пока.
Автомобиль! Вы выиграли автомобиль! О! Ёпти, даже там бутылка не стрельнула. Я, как директор лимонадного завода, могу позволить себе такой автомобиль, и чтобы у меня целый салон был лимонада. Что это за автомобиль? Нива. Нива, не ваша. О. Это вообще тема. Общесоюзный классификатор промышленной и сельской химической продукции. Ну-ка, полистай. Опа. Понятно, что ничего не понятно. Опа. О, да. Пиридин, эноксид. Короче, да. Ух, нифига тут бутылок. Вот, до того, как я стал директором, я работал на данном аппарате. Как бы сказал бы усатый таракан. А почему... О, не ты прикинь, короче. ПОВО машин промт Москва. Говорит Москва, почем гремят твои колокола. А вот компрессор. Я так понимаю. Кстати, сдвижку. А, уже головку снял кто-то. А? Это с него кресло? Да. Просто. Ну вот уже начали разбирать по-тихому. А еще я был профессиональным пожарным. Мы тушили различные объекты. Это плуг. Это ну, тебя так, в него запрести и пахать на тебя. Как я, как крестьянин, в свое время работал. Уже рабов не было. Рабское право отменили. Я работал в поте лица. Чтобы вы понимали. Поймал на мысли, я почувствовал себя каким-то извращенцем, который за шторки наблюдает, короче. Лови, 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 лови. Со спиной ничего интересного. А, нет, здесь. Так. Кто-то жил. Здесь не только кто-то жил. Думаешь, это самая раскривушка она? А тут еще и кота. Вставай, пьянь, вон. Бока напился. После смены пару бутылочек Белорусского и спал. Ой-ой-ой-ой. Да, что-то тут полы ненадежны. Я А, типа курилка, наверное, была. Это и тот автомобиль более отличный. Бутылки, бутылки. Все ж зазря пропадает. Вот я говорю, был бы я директором лимонадной фабрики.
почему это все бросили? Очень странно. Слушай, даже у меня не было настолько толстого телевизора с такой жопой. Что это? Sony! А мне интересно, еще выпускают телевизоры Sony? Да, я думаю, да? О, нифига ванна была, слышишь? О! Это целый корабль. И просто она вся в бутылках, прикали. Хотел мне искупаться. У меня нет запасной одежды, я и так уже. Ты бы искупался? Ух ты. О! Я заработался на яхту, ребята, ребята! Ну давай. Давай, я, блин, за рыба лечил. Слышь. Держи. Держу. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка что-то там. Тарарам! Полный пес. Куда плывем? Куда? Как куда? В Африку. Не ходите, дети, в Африку гулять, а мы поем. Да, блин. Главное, короче, чтобы не было морской болезни. Просто яхта. Ну или судно какое-то. Не знаю, это не яхта, конечно. Но, суденышка, суденышка. В смысле не яхта? Ты мою яхту не яхтой назвал? Яхта не яхта, да? Ты так не говори. Не яхта. Я на ней, слышишь, до самой Африки и обратно, до Южного и Северного полюса доплыл. Спасал людей и не людей. Опа! Опа! Слушай, ну давно такое чувство, как будто вроде как и недавно, и давно. Одновременно заброшено, потому что заросло все. Смотрите. Смотрите, где птицы построили свое гнездо. Класс вообще. Они просто себе продумали, чтобы у них обзор был на всю территорию. Это охрана, это чоповский чтобы пункт. Чтобы это было высоко. Я им это респектую. Полезем, птица выдавалась. Не, такая стрёмная штука. Тогда пойдем в ангар. Там. Блин, что это такое? Мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. А вот если бы мы знали. Так, перед ангаром я хочу взять яблочко. Что? Яблочко. Не. Не вкладки витаминов. О, мы что, пойдем туда. О! Ай, подожди, авто. Ребятки, ребятки, продаю яблоки, яблоки. Кому нужны яблоки? Свежие. Сам выращивал, поливал, ухаживал, смотрите. Лимонадом отдают? Как вкусно. Лимонадом отдают? Сиропом. Ну, мед. Мед. Угу. Каморка тут уже. Ничего нету, в принципе. Ну, хотя надо посмотреть все равно. Ох, что-то тут было. А, давай вот ты такие фены застал хотя бы. Ну, конечно. Пуск, понимаешь? Пуск. Скул.
нагрев, сеть, понял? Сельге, сельге. Я все запротоколировал. Задаем. И тогда спокойно могу что-то рассказать. О, я вижу автомобиль. Это самое интересное. Я вообще много чего интересного вижу. Нет, это не смогли. Подожди. Прикольно. Если кто-то... Блин, а что не... Даже не чинит вода, чего-то там. Какой-то разливной агрегат был, короче. А это что? Какая-то резиновая фигня. Что там нашел? Митя, шнурки развязались. У нас тут такой объект, а у тебя шнурки развязались. Ты смотри, у нас тут такой объект, посмотрите, что у нас тут есть. Я сам не знаю, что у нас там тут есть. Самое. О! Ого! Тут целый мир просто. Вот резина использовалась. Факел напряжения. Прикольно, короче. О, это этот, как его, я забыл. Кто знает, как она называется, пишите в комментариях. Я расстроен, я думал, тут целый автомобиль. Кабина? Кабина. И опять бутылок, бутылок. А что это такое? Это какая-то запись. Еще что-то. Терморегулятор. Просто почему это бросили, ребята, я не могу понять. Это странно, второй погрузчик, и на втором погрузчике нету вил. Теперь я могу официально сказать, что у меня есть опыт вождения погрузчика. А, ты стукерлу баван? Я, мой дуги он, мой дуги сиськи. Лахме эрдеси. Лахме. Лахме ваттеме, нисим вель. Он, хувитов. Весы, но не рабочие. Бак? Да. Это бак. 3000 литров. Представляешь, 3 тонны. Тут наклейка на наклейке, прикиньте. Реально наклейка на наклейке. Что это изначально было? Не знаю. Так. О. А это уже какое-то оборудование, походу. Тут что-то разливалось или что? Не знаю, кто знает, пишите. Может быть, кто сталкивался, кто-то работает до сих пор на каких-то разливных лимонадных. По крайней мере, может быть, кто-то работает на подобных аппаратах, не таких же. Суплеон Даунтаун. И, пожалуйста, 5 литров всего. Да, подставляй рот к шлангу. Вот еще что-то тоже. Какая-то печь. Это реально печка, слышишь, походу? Воли, свитц.
Верви мине бандер... бандерол. Бандероль? Да, бандероль есть, приколи, нажимаешь. Бандероль с посылкой, ты, что это там такое? Не нажимай. Ничего нет, кроме каких-то мошки-мошки-мошкара. Все такое, короче, отлично. Зеленый, я не знаю, камера, конечно, наверное, не передает все это зелень. Зеленуха? Да. Сказал, а тут пусто. Нет ничего. Просто зеленый уголок. Это жизнь. Да, это жизнь. О, я тебе. О. Вот это тоже жизнь. Бог? Да. Вот еще зеленый уголок, смотрите уже, как вырос мох где-то. Очень странно, конечно, почему это все бросили. Ну, видимо, перестало приносить какую-то прибыль, перестало. А еще у вас будет какая-то табуреточка. Поставили, заварили себе чайковку. И наслаждайтесь деревенской жизнью. Вид просто на огород. Так лет через 70. Напишите, как вам это видео, понравилось ли, что вы еще хотели видеть. Подписывайтесь и ставьте лайки. И не забывайте про то, что у нас появилось спонсорство. Вы можете стать спонсором на любую сумму. Здравствуйте. Что вам сказать?